самое большое счастье в жизни. Это значит, что тебя любит. Знакомьтесь, промобот, и он считает себя настоящим живым роботом. Он хранит большие объемы информации и решает сложные задачи. С ним можно поговорить по душам, и если у вас плохое настроение, он обязательно вас развеселит. Впрочем, у каждого обитателя этой выставки свой талант. Например, болтушка Кики точно знает, как быть в центре внимания любой вечеринки и охотно делится своим секретом. Я знаю танец робота. Повторяй за мной. Здесь вас познакомят с умными машинами из Японии, Австралии, Америки, Южной Кореи и России. Более 60 интерактивных экспонатов. Общаясь с каждым из них, верится, что они наделены чувствами и эмоциями. Это игровой такой шутливый робот, который создан специально... Я не пылесос, видите? Самый крутой робот на выставке и самый скромный. Мечтаю съездить на Байкал. Что ж, мечта Гриши сбылась, а у жителей Бурятии появилась прекрасная возможность погрузиться в виртуальную реальность, почувствовать себя настоящим гонщиком или птицей, поиграть с необычными домашними питомцами, пообщаться с роботами и даже побывать в их шкуре. 1500 квадратных метров, на которых расположилась выставка, вот так за один раз осилит не каждый. Но, к счастью, билет действует целый день. А если вы все-таки устали, то воспользоваться можно вот таким вот сегвеем, стоимость которого входит в стоимость билета. На выставку «Парк роботов» можно прийти группой, получив при этом скидку. За дополнительную плату для ребенка проведут мастер-класс, и свою работу можно будет забрать с собой. Большие роботы, они больше, у них больше датчиков, и они могут больше реагировать. Потому что с ним можно побеседовать, можно с ним поиграть. Все очень круто. Мне понравился бот щенок. Хотите сделать незабываемый подарок на день рождения ребенка? Приходите. Именинник и его друзей ждут мастер-классы, фото, видео и не только. Праздник можно провести в любой день до 20 мая. У нас есть замечательные роботы, которые передвигаются по выставке и могут поздравить именинника с днем рождения. Мы большой дружной компанией «Парк роботов». Поздравляем, дарим шары, эмоции, впечатления. Это интересно, потому что прогресс не стоит на месте. С каждым днем у нас в мире открывается много нового. Роботы, это, возможно, станет неотъемлемой частью нашей жизни в будущем. Вот. И нужно начинать с ними знакомиться именно сейчас. В парке роботов вы встретите легендарных R2, D2 из «Звездных войн» и «Валли». Найдете много необычного и удивительного. Все подробности на сайте parkrobotov.ru и в социальных сетях «Парк роботов». Побывав на выставке «Парк роботов», понимаешь, что будущее уже наступило. Так что оглянитесь по сторонам и внимательнее присмотритесь. Возможно, киборги среди нас. Екатерина Устюшенко, Александр Моисеев, телекомпания АТВ.